Германии пилоты объявили трехдневную забастовку. Речь идет о сотрудниках лоукостера «Евровингс», дочерней компании «Люфтганза». Накануне была отменена почти половина из запланированных 480 рейсов. Стачка затронула как внутренние, так и международные маршруты. В результате вылететь не смогли 17 тысяч пассажиров. Им предложили пересесть на поезда, либо поменять билеты на другие даты за счет авиаперевозчика. Это уже вторая забастовка пилотов за месяц. Они требуют сократить рабочие часы, а также добавить к отпуску 14 дней. Профсоюзы подчеркивают, если работодатель не пойдет на их условия, они объявят о новой акции. Тем временем каждый день забастовки обходится авиаконцерну в миллионы евро. В принципе, я думаю, что забастовки нужны, но могут ли выходить на забастовку пилоты – это вопрос. Ведь это другой уровень, у пилотов и так комфортные условия. Это уже вторая наша забастовка. Мы хотим, чтобы руководство пошло на переговоры. Если мы не договоримся, мы пойдем дальше. Мы считаем, что компания может уменьшить нагрузку на наших коллег. Менеджмент ведет к эскалации ситуации. Мы же хотим договариваться на справедливых условиях.